Завершено уголовное дело в отношении перевозчика, по вине которого в ДТП по Твери погибли 13 человек. Четверо фигурантов обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвиняемые в автокатастрофе готовятся к суду. Напомним, страшное ДТП произошло недалеко от села Некрасово Тверской области 5 октября прошлого года. Как выяснили следователи, водитель микроавтобуса находился в болезненном и крайне утомленном состоянии и допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ. В результате лобового столкновения погибли водители, 13 пассажиров в маршрутке, еще несколько человек получили травмы. В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину не признал. Более того, они активно противодействовали следствию, оказывали давление на свидетелей, потерпевших, уничтожали, скрывали документы и предметы, представляющие значение для следствия. Предоставляли фиктивные подложные документы о трудоустройстве и проведении инструктажей, мероприятия с водителями трансавто. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В период с 1 марта по 5 октября 2018 года обвиняемые осуществляли оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей на территории Твери и Тверской области, извлекая постоянную материальную выгоду в виде денежных средств в большом объеме. Они совершали действия и бездействия, которые привели к систематическому нарушению порядка труда и отдыха водителей, фиктивному проведению мероприятий по выпуску транспортных средств в рейс. Водители официально трудоустроены не были, инструктаж и стажировки не проводились. Транспортные средства хранились в нарушении транспортной безопасности по месту жительства водителей. Документы передавались водителями с фиктивными, заранее поставленными необходимыми отметками о проведенных мероприятиях.